победы, как он был от нас далек, как в костре потом шептаем галек. А мы находимся в парке 28 панцов. Это вечный альбом. Сегодня 9 мая. 6 лет тому назад был наш советский народ был как победителем. И сегодня этот праздник празднуется. Я даже играл в кукольном театре. В кукольном театре мы ходили по детским садам и давали спектакли кукольные. Надевали на себя простыню и брали расчетку, изображали Аллу Пугачеву.
Я хочу сказать, что началась перестройка, Продолжение
Да, я боюсь, что ты меня обманешь. В кино нас пригласили сначала как танцевальный коллектив сняться в одной сцене, но потом как-то режиссеру понравилась эта идея, и моя роль немножко разрослась. У меня появилась маленькая роль в этом фильме. Это был первый казахский фильм с участием вот какого-то такого, что называется на Западе ambiguous gender, да? Такой двусмысленный очень персонаж с непонятным таким полом. Не берут их с собой. Справедливости захотела. Тогда смотри, что я сделаю с тобой. У меня появился довольно быстро набравший популярность такой танцевальный коллектив, балет, диверсисмен. Когда танцоры из моего балета разошлись, скажем так, разъехались, открыли две клубы и стали делать драм-шоу. Трансвестин – понятие не очень удачное в применении ко мне. Я называю себя драм-шоу, что в основном выступили, это гей-менеджер, то есть я со стороны на